Sie empfehlen? Das kostenlose Girokonto der Sparda-Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнберга Zeitung. Площадь Рихард-Вагнер-Платц в Нюрнберге, на которой находится театр и оперный театр, будет перепланирована. Для этого будет проведен конкурс на лучшие идеи. Этот шаг Совет города посчитал необходимым, так как вид площади не соответствует ее значению, как одной из важнейших культурных точек города Нюрнберга. В городе Боркнайт в Верхней Франконии в одной из школ произошел инцидент, вызвавший большой протест родителей. Родители подали жалобу на директора школы. По их словам, женщина заставляла детей на уроках религии рисовать свастику. Директора отстранили от ее должностных обязанностей. Рассмотрением дела занимается как Министерство образования Баварии, так и суд. Деменция является для очень многих людей жестоким приговором. Кто ею заболевает, постепенно теряет память. Обычно остаются небольшие обрывки памяти, только с очень давних времен. Для русскоязычных иммигрантов это означает потерю немецкого языка, если он был для них не родным. Для них социальная организация города Нюрнберга «Arbeiterwohlfahrt» создала новый проект. В фокусе проекта является помощь русскоязычным больным деменцией. Для этого создается группа из примерно 20 человек. Раз в неделю больные будут встречаться. Важным элементом в работе с ними будет являться именно их родной русский язык. Работать с больными будут по уже успешно испробованной методике, а именно с помощью русских сказок и музыки, которые больные знают еще со своих детских времен. Как объясняют эксперты, это помогает им расслабиться, успокоиться и чувствовать себя более комфортно. В то время, когда будет вестись работа со взрослыми больными, их родственники могут участвовать в специальном курсе по обеспечению больных деменцией. Более подробную информацию о проекте вы получите по телефону 0911 450 60 130. Любимица публики в Нюрнбергском зоопарке медведица Флёке теперь еще больше времени будет проводить на улице, и все ее поклонники смогут ею еще дольше любоваться. Все дело в том, что Флёке уже не будет спать в обед, как это было раньше. Так как она уже достаточно большая, ей 9 месяцев, она весит 60 килограмм. В день она съедает примерно 5 килограмм мяса, рыбы и овощей. Как рассказывают работники зоопарка, медведица очень любит, когда ее еду прячут по всей ее территории, так, чтобы ей приходилось еду искать. А теперь наше предложение, как вам можно провести следующие выходные. Еще до 29 сентября в Нюрнберге проходит ежегодный праздник Альтштадтфест. В центре города посетители праздника ожидают типичные франконские явства, музыка и много различных аттракционов. Если вы хотите получить более подробную информацию о программе Альтштадтфест, то зайдите в портал праздника по адресу www.altstadtfest-nürnberg.de. Кроме того, в эти выходные, а точнее сказать воскресенье, нас всех ожидает очень большое событие, а именно выборы в Баварии. И ваш голос важен. Если вы хотите более подробно познакомиться с программами различных партий, а также их кандидатами, то зайдите в портал нашей газеты. Там вы все найдете. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге и регионе вы найдете в портале нашей газеты по адресу www.nz-online.de. Я прощаюсь с вами на 3 недели, так как я ухожу в отпуск. Меня будет заменять моя коллега Рима Шмидт. Всего вам хорошего. До следующей встречи.